Состязание между юными хоккеистами организовано школой высшего спортивного мастерства. Она открылась на курорте в прошлом году. Представители оргкомитета решили впервые в этом году провести состязание среди хоккеистов 2009 года рождения и младше. Участие в турнире приняли команды из Сочи, Краснодара, Зеленограда, Самары и Невинномысска. Сегодня состоялись первые матчи по 20 минут. Так как на льду сошли самые юные любители клюшки и шайбы, то замена игроков проходит через каждые полторы минуты. Этот турнир для игроков 2009 года рождения и младше дает как первый опыт выездных турниров и, возможно, получение каких-то своих навыков, улучшение навыков. На этом турнире юные хоккеисты не получают разрядов, зато улучшают динамику игры и получают хороший задел на будущее. До 2 декабря каждая команда сыграет между собой. В день будет проходить порядка 6 игр. По итогам первого дня хорошие результаты показал клуб «Орбита» из Зеленограда. По окончанию турнира определится не только сильнейшая команда, но и лучшие игроки – вратари, бомбардиры, нападающие и защитники. Победителей наградят двумя путевками в школу высшего спортивного мастерства, которая базируется на олимпийских ледовых аренах. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.